30 августа 2021 год, Харьков. Интересно, это облачко, наверное, все-таки, вряд ли пятно на солнце. Не могло так повести. Давай, пускай. На фоне листвы движение солнца посмотрим. Все, посмотрели. Слушай, может быть даже и пятна на солнце, ничего в себе. Уж больно, но как-то статично. Вот это да. Ладно, пока не радуемся. На восходе облачно, так что это... Да нет, это пятна на солнце, ребятки. Ребятки, девчонки, вот это да. Красота! 5:57 по Киеву, Харькове. Вот это неожиданный сюрприз. Так, ну это все, это максимальная уже выдержка. Максимально короткая имеется в виду. Ну, конечно. Ты посмотри, какое оно огромное, это пятно. Все, к сожалению, дальше уже для аппаратуры опасно снимать. Вот и птички еще на фоне солнышка, да. Полной красоты картины. Да, но дальше уже солнце слишком ярко, я снимаю без фильтра. Давай вот так сделаем. Ну и на Луну посмотрим, да? Чтобы два раза не вставать. Thank you.
представляешь, придется штатив поднимать. Еле нашел луну. Вот это номер. Аж перепугался, думал, уже пожег аппаратуру солнцем. Так, это ISO 125. Минимальная, то бишь. Сейчас выдержка 1 на 200. Ну вот 1 на 100. Ну, думаю, теперь очевидно, что луна при дневном свете. В одном дубле получилось и солнце, и луна. Ах ты, красавица! Хорошо. Очень хорошо. Больше, чем хотелось. МКС сняли. Пятна на солнце сняли. Луну сняли. 6.02 по Киеву в Харькове. 30 августа 2021 год. Половинка луни. Да, половинка луны. Ладушки.